Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас продолжение House Flipper. В этой серии мы с тобой посмотрим кое-какое задание. Вот это, сауна и дом в девелоперском состоянии. Здравствуйте, простите, но я еще плохо говорить по-русски, извиняюсь сильно. Я купил большой дом в девелоперском состоянии, ну типа в разработке что ли. В доме все надо сделать. Самой большой проблемой в доме нет сауны. В моей кантри сауны очень популярны. И я хотел сделать сауну здесь. Можешь сделать окна... А, одна сауна здесь. Кроме досок на стенах, в сауну очень прошу покрасить все белыми и серыми красками. Мебель скандинавский стиль, все белое, серое, голубое. Еще прошу сделать кухню, две спальни, зал и две комнаты с ванной. Еще мусорную корзину в каждую комнату. Большое спасибо, Лукас Утне. Написали, что это большая достаточно такая объемная работа, поэтому, наверное, на всю серию. Угу. Давай не будем медлить. Посмотрим, что тут по объемам. Зайдем в дом и начнем убираться. Господи, какой кошмар. Но здесь вообще ничего нет. Короче, здесь все нужно просто заново сделать. Угу. Потолочные лампы. Ну хорошо, что здесь все пишут. То есть здесь даже убираться не нужно, я понял, это хорошо. Ну в целом давайте начнем. Позакрываем вот эти вот все двери. Опа. А это не зачем здесь? Не ясно, ладно. Давай мозга, как говорится, не будем делать. И начнем с самого начала. Покрасим в белый цвет стены. Сегодня мы с тобой будем играть еще в Resident Evil. Если он еще не вышел, то он выйдет. Это факт. Выйдет, да выйдет какой. Какой выйдет, ты не представляешь, какой он выйдет. Ой, какой он выйдет. Или вышел-то какой, ой-ой-ой. Если не смотрел, или же не планируешь смотреть, то все равно посмотри. Это вклад в будущее и вклад в мой канал. Ты мне очень сильно поможешь, обязательно поставь лайк. Если не поставил, или же если он еще не вышел, то обязательно зайдешь и поставишь. Ну, потому что иначе нельзя. Да-да-да. Так и живем. Так, я так понимаю, что вот это вот все заканчивается на вот этом, да, правильно? Вот эта вот комнатка, она ограничивается вот этим вот пространством. И непосредственно лишь здесь нужно красить. Да, да, да. Получается положить плитку. Угу. Вот так и вот так. А куда еще? Не пойму, а куда еще-то надо? Не сюда явно. Сюда, что ли? Да. А здесь почему тогда не стали это делать? Странности. Берем, значит, продавал Курана. Может быть, там где-то еще надо белым цветом что-то покрасить. Да, надо. Сделаем здесь, значит, потолочную лампу. Белую, естественно. Потому что мы все в белый покрасили, надо белый вешать. Он будет висеть вот где-то здесь. Здесь будет висеть вот тут. Тут, здесь. Все наши любимые... слова. Тут и здесь. Корзинка должна стоять в углу. Ногой нажимать вот здесь и открываться вон туда. И, естественно, полка с вещами. Полка с вещами будет... Пурпурный здесь вообще не к делу. Тоже как говно получается. Но черный гроб тоже ставить не хочется. Да и белая вешалка тоже не очень здорово выглядит. Ты какое-то говно получил. Ну, совсем... Ладно, давай вот так купим. Получилась белая, что ли, какая-то она? Серая, точнее. Пусть здесь стоит. А мусорку вот так развернем с тобой, чтобы она это... удобно пользовалась. Вот. Сейчас я прям... Оп, ай,
Кошмар какой. Чешется что-то. Чешется и чешется. Коридор сделали. Перейдем к ванной комнате. Здесь нужно настенную плитку положить. Давай начнем вот с... Подожди. И. Белые прямоугольники и плитка белая. Ага. Давай вот это лучше сразу положим, чтобы это... Чтобы результат хоть был какой-то. Поставим толчок. Нет, не поставим мы толчок, потому что здесь... Хотя это и раковина, но все же. Толчок поставим, чтобы знать, от чего отталкиваться. То есть от толчка отталкиваться нужно будет и от раковины. Надо смотреть. Половина комнаты, получается, будет такого цвета, половина такого цвета, да? Хрен узнает. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем. Так. И раковина. Раковина такая какая-нибудь сраненькая должна быть. Вот такая. Хоть она вовсе не сраненькая, но все же. Ну да, где-нибудь вот здесь. Я, наверное, себя сейчас буду ненавидеть из-за того, что поставил эту раковину так близко к двум стенам. Я сейчас подлезть не смогу куда-нибудь наверняка. Хотя здесь везде все подлезается. Теперь плитка. Давай положим вот так. Возьмем шпатель. И начнем укладывать. Может быть, можно одной плиткой все уложить? Я просто, может, что не понимаю. Просто здесь как бы написано, что и нужно, и такую. Но я бы с радостью уложил одной бы все. Не такая здесь большая ванная, чтобы ее как-то, не знаю, разделять на две зоны. Да и глупо это делать в таком маленьком пространстве. Вообще даже в большом пространстве глупо разделять на зоны. Потому что, ну, блин, комната, она и в Африке комната. То есть вся комната должна быть в едином стиле. Не знаю, я не люблю, когда делится. Конечно, нет, иногда это выглядит очень здорово, но чтобы прям... Чтобы прям разделять. Да, идут проценты, значит, будем все в один цвет хреначить. Одной плиткой. Ну, потому что. Не вижу я смысла делать здесь какие-то, не знаю, изыски. Выеживаться. Придумывать какие-то разные цвета. Разные плитки раскладывать. Это... Ой, блин, извините. Это реально лишнее. Это все глупости. Это все придумано. Это все от лукавого. И это не для меня. Я люблю, когда вот просто... Опа! Смотри, отсвечивается аж от раковины. Красота какая. Цвет красивый, голубой такой. Угу. И остается нам с тобой вот тут вот прилепить. И, скорее всего, в откосах тоже. А, нет. Нет, не нужно в откосах. Красота. Это лишнее, это не то. Ай-яй-яй, сейчас положить надо. Вот так и продать. Ванная сделана. То есть по факту-то... Блин, в гараж пришли. Давай возьмем вот эту вот белую краску и поставим ее в гараж. Угу. И пойдем красить. Здесь тоже два цвета нам на выбор дают, но выберем мы, естественно, белый. Хоть это и гараж, и здесь наверняка будет... Стоять машина, а не просто там, не знаю, в какие-нибудь баночки, скляночки складывать человек будет. Наверняка здесь будет грязно. Можно было бы со всей уверенностью, с полной уверенностью сказать, что нужно красить все это дело в серый цвет, но... Серым станет все само. Как бы не нужно будет красить на серый цвет. Можно покрасить в белый, а со временем она все равно станет серой. Как бы ничего особо не потеряет хозяин этой халупы. Зато получит удовольствие от двух цветов сразу.
Так, ну у нас краски, опять же, я хочу заметить, не хватит на все-то. На все-то совсем не хватит краски, что весьма грустно для меня. Ну да. И не хватает-то самую малость, блин, вот не хватает-то прям вон там и вот на вот это вот. Кошмар, кошмар, прям вот на чуточку не хватило. Белый цвет. Эльку давай купим, чтобы там на ту комнату еще точно наверняка хватило. А то я знаю. Сейчас там не хватит, тут не хватит, все не хватит. Ту-ру-ру-ру. Опа, 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 опа. Три стены сразу. Можно красить. Красота, это ж... Это ж где это видано, что так все здорово получается. Сразу три стены. Здесь тоже все в белый цвет красится. Мне нравится этот цвет, он так спокойно выглядит на стенах. Красота, это просто... Это просто как мы без этого раньше жили. Как мы раньше жили без трех стен. Ты смотри, с какой скоростью это все происходит. Просто сразу же, мгновенно красится стена. Вся, понимаешь, во какими темпами. Просто надо побыстрее мотать мышкой, чтобы покрасилась стена вся. Ух, как хорошо, ух, как мне это нравится. А в следующей серии мы с тобой уже займемся домом на Луне и домом в стиле киберпанка. Но я думаю, что все-таки через серию будет киберпанк. Потому что киберпанк пока что не моя основная цель. Моя основная цель все же дом на Луне. Мне интересно, как оно там выглядит. Ту-ру-ру, ту-ру-ру, ту-ру-ру. Ту-ту-ру-ру, ту-ту-ру-ру. Набрать банку из краски. Краску из банки нужно, говорит. Парарарам. 76%. Получается, осталась одна стена. Ну, вот это нужно покрасить, естественно. Вот это. И вот это все. Но очень быстро стала расходоваться краска. Раньше мне хватало гораздо на гораздо большее количество, ну, времени, по крайней мере. Уложить напольную плитку. Ой, а кто это у нас тут такой непокрашенный? Угу. Неясно. Плиточку сосну тоже. Вот такую вот красивую. Угу. Угу. Представляешь, одну полосочку пропустил. Ляпота. Теперь. Раз, два, три, пять секундочек. Раз, два, три. Так вот, и теперь нам нужно с тобой заняться потолочной лампой и всей вот этой вот мебелиной. Ой, какая она слишком серая. Стальная пусть будет. А вот это уже белая. Купить несколько, нам нужно их две. Одна будет висеть вот тут, вторая будет... Твою мать. Вторая будет висеть вот тут. Не знаю, почему так, но мне так нравится. Далее. Диван. Диван пусть будет кремовый. И он будет стоять... А, он будет стоять... По-хорошему, вот здесь вот. Но здесь двери, вход, и здесь вообще не нужно его ставить. Давай поставим его вот здесь. И посерединке примерно хотя бы. Вот так вот. Блин, чуть левее надо было. Хотя, да ладно, пофиг, пусть так стоит. Кресло.
кресло такого же цвета, и, естественно, оно будет стоять у нас... Вот оно как раз-таки может стоять вот здесь. К чему, я не знаю. Просто пусть стоит. Потом. Тумба под телевизор. Анна. Вообще, сосну нужно ставить. Но сосны здесь не вижу. Розовый. Вяз пусть будет. Вяз. Блин, а куда хотели поставить эту тумбочку под телевизор? А? Блин, вот... Придется ставить вот... Нет, вообще не круто. И сюда она тоже не помещается. Получается, тумбу под телевизор по-хорошему вон туда вот ставить надо. Во загадка-то, ну. Так, ну тогда давай поставим вот так. Вот это чудо света вот сюда поставим. Не знаю, вот, типа... Будет ходить вот так, ну или вот так. Вот здесь будет ходить, ничего страшного не случится. Тоже мне жопу потращивали себе, и потом ходят, жалуются. Так, тумбочку по телевизору ставим сюда. Сам телевизор ставим опять же вот сюда. Чего там? А! Зад наперед поставил телевизор. Догадался тоже. А, потом, что это у нас тут такой шкаф? Буг. Как его, пол у нас из сосны. Поэтому мы берем и делаем под бук. Не знаю, он такого же примерно цвета ориентировочно. Поэтому ничего страшного. Бляха-муха, мне в дизайнеры идти. Какая красота. Вообще ни к селу, ни к городу. Давай диван влепим вот сюда. Нет, диван нужно... Нет. Вот сюда. Вот это чудо. Вот сюда. И получается кухонный комплект мебели с... Чего? Куда я должен это все поместить? Вот сюда должен еще кухню захерачить. Вы что, шутки шутите, что ли? Я не пойму. Как я сюда кухню-то поставлю еще? Вы перепутали, что ли? Ну? Двудверный холодильник, 4 стула, стальная мусорная корзина. Ковер желтизна, да... Ковер-то здесь к чему вообще? Да вы... О, не, мы с тобой это дело не выполним. Корзинку давай поставим. Корзинку поставить дело плевое, пятиминутное. Вот так куда-нибудь... Пятиминутное, говорит. А найти бы еще куда поставить, было бы вообще круто. Вот сюда. Вот так. Ага. Кухонный комплект мебели с раковиной. Ну, будем считать, что... Что будем считать-то? Мы ничего считать не будем. Мы не дружим со счетами, с этими, со всеми этой глупости. Палевый. Раковина. Это глупости какие-то. Да, уж, блин, дружище. Куда? А куда я такую длиннющую хрена тут вообще могу поставить? Ты серьезно? Мне точно в эту комнату нужно это все ставить? Да ну нет. Я вообще не понимаю тогда, что надо делать. Она здесь вообще нигде не помещается. Кроме вот этого места. А, ну... В целом она помещается вот сюда. Вот так круто. А диван мне тогда куда залепить? Ладно, пускай вот здесь стоит. И это тоже здесь пускай стоит. Давай попробуем переместить. Круто, конечно, что здесь все влезает, но вообще не по моим планам. Ой, господи, двудверный холодильник. Здесь есть даже пазы подо все это.
Холодильник должен быть белый. С черными ручками. Нет, блядь, это вообще выглядит ужасно. Совсем белый тоже не круто. Хотя, блядь, почему не круто? Круто. Холодос вот здесь вот пусть стоит. Хотя, может быть, вот здесь? Нет, вот здесь он должен стоять. А мусорку как раз вот здесь вот и поставим. Тоже не знаю, к чему она здесь, но пусть стоит. Все, делов-то. Осмотрим помещение. Вот этот шкаф... Можно вот этот вот продать? Нет, хрен продать нельзя. А батарею можно? Батарею тоже нельзя, ничего продать нельзя. Можно просто на это посмотреть. Ай, кошмар какой. Ну, давай попробуем... А чё мы попробуем с тобой? Диван единственное, куда можно поставить, это вот сюда. Вот сюда диван можно поставить. Тумбы из-под телевизора, под телевизор вот сюда тоже не влезает. То есть нужно телевизор куда-то поставить в другое вообще место. В какое, сам не понимаю. Диван можно, конечно, поставить вот сюда, но к чему он здесь вообще нужен, я не понимаю. По факту, можно поставить это вот сюда. Тоже ни к чему, но, блин, а куда еще-то? Я вообще не понимаю, куда это надо ставить. Шкаф, ну, типа он никому не мешает, и, наверное, вот пусть стоит вот не в самом удачном месте, но ну, пусть здесь стоит, ладно. Круглый стол. Будем считать, что он уместен вообще вот в этом месте, вот в этой комнате, и будет стоять вот здесь. Хотя, по факту, вот это вот больше на столовую похоже, и должен стоять вот тут где-то, но... Но нет, там места и так нет. Поэтому стальную вытяжку вешаем вот сюда. А, подожди, а там еще что-то было? Погоди-ка. Газовая плита... А, газовая плита, ладно, газовую плиту можно поставить на стол. Это удобно. И вытяжку над ней. Ну, вот так где-то, чтобы она сама не пожарилась. И 4 стула под сосну тоже, да. Стулья под сосну, блядь. Стол под вяз американский тоже мне. Дружок, дизайнер. Ладно, с этой комнатой, слава богу, закончили. Пойдем в эту. Вот тут тоже в белый цвет. Ну, смотри, как это выглядит убого. Ну, это кошмар просто. А, здесь нет лампочек. Че ты хочет еще, да? Лампочки включает, стоит. Умный вид делает. Я опять же говорю, я не знаю, что в такие моменты говорить, о чем разговаривать, поэтому просто помолчим. Поэтому просто будем красить стены и, естественно, просто будем наслаждаться игрой. Темновато, сейчас лампочку включим, сюда повесим, наверняка здесь какие-то по заданию лампочки нужны. Че, все, нет? А, во. Так, напольная плитка. Ковровое покрытие. Давай купим. Покровое накрытие. Наплытие. Поместить лампу. Березка. Это самое убогое, что можно просто вот повесить в комнату. Но дело не мое. Светит и слава богу. Так, а что, окна такие грязные, кошмар. Кто их облизывал тут? Кровать, стандартный письменный стол, корзинка. Так, ладненько, давай начнем с кровати. Кровать, естественно, у нас будет с тобой под американский вяз. Не знаю, почему он мне так нравится, но я его везде использую. Вот такое. Вот такую купим кровать. Дверь здесь, значит, кровать должна быть где-то вот, типа, вот...
ногами к двери не спят, значит, вот здесь вот поставим. А что там мешает? А, это покрывало мешает, что ли? Ну и дела. Ладно, вот так пусть будет. И, естественно, стандартный четырехдверный шкаф. Тоже вяз американский, ручки белые. Ручки красивые. Вот сюда вот ставим шкаф ченский. Берем письменный стол. Купить сейчас. Вот сюда вот его ставим рядом с окном, чтобы свет был естественным в первую очередь. Потом ставим стул весна. Не знаю, к чему он здесь нужен. Наверняка очень важный элемент. Купить сейчас корзинку вот сюда. Продадим эту ерундовину, потому что здесь ни хрена не осталось. Ничего себе здесь кружочек. Так, где здесь фонарики-то? Угу. Во. Красота. Какая комната у нас еще осталась с тобой? Какие комнаты-то есть еще? Комната, 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 комната. То есть осталась комната 1, комната 2, комната... Ни хрена себе. Комната 3 и комната 4. Ну, давай начнем с этой. Дай потолочную лампу сразу присандалим, потому что не видно ни черта здесь уже. Белого цвета купить сейчас посерединке, где-то плюс-минус вот так вот повесим. И включим свет. Где он здесь включается-то? Вот так. Ух, ни хрена себе, какая она огромная и низковисящая. Возьмем белую краску. М-ку. Потому что М-ки должно хватить. Намазюкаем все стены, чтоб клиент был довольным. Так. Так. Процесс просто прям мгновенный, можно сказать. Эй, блин, лишка захватил, но ничего страшного. И здесь тоже покрасим. Хуже от этого никому не становилось никогда, поэтому ладно. Банки хватит, скорее всего. Даже не скорее всего, а с вероятностью 99% ее хватит. Потому что краски еще много, а стен мало. Угу. Напольная плитка. А, это я выполнил уже часть задания, необходимую для завершения заказа. Но нет, мы так не работаем. Мы работаем до конца. Так, и теперь продаем краску. Выбираем руки, выбираем кровать. Здесь такая темное оформление, поэтому... Поэтому такого цвета мы не будем выбирать кровать. Такого тоже. Хотя... Какая она огромная, громоздкая кровать. Кошмар. Поместим ее так примерно, чтобы она была так, посерединке хотя бы. Комод Вене. Пусть под вишню, нет, сапеле. Нет, не-не-не, мне не нравится. Прям гроб какой-то, а не комод. Так. Шкаф такой вот. Тоже, наверное, темную древесину надо. Этот шкаф будет вот где-то здесь стоять. Как примерно в той комнате с карцером. Туалетный столик, один стул. Стильный табурет. Назад. И вот сюда вот главное нажать надо. Зачем мусорных корзин ему столько? Расскажите мне, пожалуйста. Темно-коричневый. Купить сейчас. Скорее всего, он будет стоять вот... Блин, нет, вообще он должен стоять как раз-таки вот тут. А вот этот шкаф должен стоять вон там. Хотя к чему он там, я не понимаю. Давай вот с этой стороны все шкафы будут стоять. Хрен с ними. А вот эта вот ерундовина, которая называется туалетным столиком,
будет стоять где-то здесь. Классический черный стул. Два очень стильных табурета, тоже черных, купить несколько в этом углу комнаты и вот в этом углу комнаты. И мусорная корзинка. Мусорная корзинка будет стоять рядом с туалетным столиком, чтобы туда что-нибудь выбрасывать. Идем в эту комнатку. Осталось все ничего. Так, что это такое? А, она стеклянная, что ли? Это сауна? Вау! А что здесь, свет не должно быть? Печка сюда. Лавка для сауны купить несколько. А куда же я их тебе 8 штук-то поставлю? Дружочек-то, ёб твою на... А, ну, наверное, вот так как-то, да, да, должно быть. Значит, только так, да. И, естественно... Да закройся ты. Сколько там? 4. То есть, а, посередине, что ли, эту печку надо ставить? Я просто не знаю, как сауны-то устроены. Чтоб видно было что-нибудь хотя бы. Было бы вообще здорово. Я бы даже не говорил ничего. Подожди-ка, мне нужно еще 3 поместить. Да ладно тебе, а откуда я эти 3, под 3 штуки места найду? Ну это вообще какая-то ахинея получается. Я, видать, что-то делаю не так. Да, я делать начал не так примерно вот отсюда. Угу. 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 Так, но все равно мне на одну только места хватает. А мне нужно поместить еще одну лавку. Здесь без учета двери, что ли, сделали задание, я не пойму. Печку мне куда? Как они вообще... Как он здесь париться собрался, блядь? То ли я дурак, то ли лыжи не едут. А... Можно мне понять немножко, где он планирует все это разместить? Серьезно. Где он собрался все это помещать? Выключатель можно сюда повесить, нет? Выключатель. Стандартный выключатель. Купить сейчас. Включим свет и поймем. Просто вот... Я то ли дурак, то ли что-то я не понимаю. Серьезно, куда он собрался ставить такое количество лавок? Ну, типа, здесь как бы иначе не поставишь. И тут тоже вроде иначе не поставишь. И тут вроде как бы иначе не поставишь. Куда здесь должны поместиться все эти лавочки? Ладно, ладно, я все понимаю, конечно. Угловые должны где стоять, получается? Задание. По поводу угловых лавочек давай разберемся. Пусть будет тут. И пусть будет вот здесь. Что происходит вообще? Зачем я это все делаю? Муть какая-то получается. Вот эту лавку тоже можно захреначить. Вообще, по-хорошему, ее вот сюда вот надо поставить.
Но выходить-то отсюда как? Выходить-то отсюда не выйдешь. Ёпта мать, пусть повыше сидит. Как царь. Я не понимаю просто. Видать, тут что-то либо я туплю сейчас, то ли игра. А как... Нет, тут я понимаю, тут можно положить, поставить вот так вот 4 штуки, а тут 4 не поставишь. Тут стена мешает. Ладно. Ладно. Просто ладно, да? Наставим как получится в жопу эту сауну. Она только нам время отнимает. Ушат вот сюда. Полотенце беленькое, естественно, вот купить несколько, вот положим вот сюда вот. И песочные часы, они же очень здесь очень-очень-очень сильно нужны. Вот здесь. Все. А, не, блин, нам еще надо панели с этой, как ее называют, с плиткой уложить. Ну и дела. Ну, давай займемся панелями. Че ж уж поделаешь. Взялись, так взялись. Не дай бог кому-нибудь такого ремонтника, как я. Вообще надо правильно, не знаю, как-то рассчитывать, что ли. Как я должен догадаться здесь разместить эти сраные лавочки? Здесь места столько нет. Если я вот вижу, что здесь места столько нет, я не знаю, я его ниоткуда не высосу. Все, делов-то. Законч... А, плитку еще, да, плитку. Плитку надо, да, плитку надо. Все, отлично. И, естественно... продаем вот эту вот ерундовину. Берем руки, отвинчиваем все вот эти вот ненужные хреновинки. Эти хреновинки, и эти тоже отвинчиваем. Так, здесь все уже отвинчено. Так, а вот здесь вот еще не отвинчено. Ага. Это получается, что это здесь два туалета, что ли? А, раковина, ванна и туалет. Изменить расположение комнат. А, ну это опять же не про сауну дело-то. Ага. Ну давай сломаем. Как просили. Ой. Я смотрю на задание, чтобы ничего лишнего не сломать, а то я могу. Угу. Отлично. Вообще отлично. И здесь укладываем ой, погоди-ка. Уходи. Не мешай мне здесь. Улетел куда-то. Укладываем настенную плитку. Белую. Все равно не хватит. Сколько бы я ее ни покупал, мне все равно не хватит. Ой, как много нам ее придется уложить. Ой, как много-то, как много-то. Сто штук, серьезно? Это очень долго. Это меня вовсе не радует вообще. Ну а что поделаешь? У нас другого варианта нет, у нас задание такое. Во развлекуха, да? По одной плиточке вот укладываешь, сидишь. Что-то делается, что-то происходит. А что делается, хрен его знает. Так. Уже миллион с тобой заработал. Ого-го. Мы богачи. Мы с тобой богачи. Миллион. На ровном месте. Ну как на ровном.
Если бы не сауна и не громоздкие вот эти вот элементы мебели, было бы гораздо лучше. Потому что реально очень тяжело умещать вот эти вот... Диван, например, было в гостиную умещать очень тяжело, потому что он там ни к чему вообще. И там, где он стоял изначально, ему было место гораздо более подходящее, потому что когда я его переставил уже вот туда, вот в итоге-то куда он поставился, он стоит там вообще ни к чему. Мало того, что дверь перегораживает, так еще и дверь перегораживает. Тум-турум-тум. Я просто помолчу в этот процесс, потому что он, ну, я не знаю, что говорить во время этого процесса. Могу сказать только то, что это происходит очень долго. Очень долго, очень нудно. Нудно, кошмар просто. Я, конечно, понимаю, что в жизни это происходит гораздо дольше, но, блин. Мы же все-таки не в жизни, мы в игру играем. Ладно, 14 штучек осталось, всего ничего. Прям как общественная, это какая-то ванная. Душевая, точнее, да, такие вот общественные, в общественных местах такие вот именно они и есть. Нам одной плитки не хватит. Серьезно, одной плиточки не хватит. А куда ж? Хватило, прям в притирочку, вообще офигеть. Вот это круто, вот это я понимаю, вот это подрасчитал. Так. Вообще отлично. Так, со стиральной машины давай разберем. Отвинтить нужно. Отвинтить. Здесь ванна, здесь что у нас? Здесь все нормально. Здесь тоже. Здесь все хорошо. Так, у нас получается с тобой что? А, это последняя комната получается. Это вообще отлично. Машинку поставим вот сюда. Да закручивай ты уже, ёлки-палки. Что ты медлишь? Что ты так медленно это делаешь? Ай, подсоединил, закрутил. Закрутил, подсоединил. Закрутил. Подсоединил. Пододвинул. Хорошо. Ванна. Давай ванную вот такую поставим. Ну пусть вот здесь стоит. Так и быть. Но в целом она проста в установке. Туалет. Туалет мой любимый. Компакт, унитаз. Где он тут ставится должен? В угол какой-то он должен был поставиться, нет? Да, вот в этот. Вот он устанавливается на раз, два, три. Просто вот с удовольствием. Душ. Душевая кабина. Вот моя любимая какая из них? Вот это вот. Она тоже достаточно быстро устанавливается, и меня это радует. Так, а куда она там?
И... А куда? Вот ходил-ходил, отвинчивал-отвинчивал, и в итоге ты получил, что не отвинтил. Что за человек такой? Так. Она ж быстро устанавливается, да? Да, да, отлично вообще. А, две раковины будут, скорее всего, вот такие, потому что здесь места вообще нет. Да что ты, ну подвинься ты. Как много мелких деталек вот этих вот, которые они прям вот очень долгие, прям долгие. Вот это вот, ну вообще, это кошмар. Сколько времени уходит на сборку вот этой вот всей конструкции, это прям капец. Мужик, наверное, спасибо не скажет за то, что мы ему вот установили такое самое дешманское оборудование, но с другой стороны, это его уже оплошность, он не сказал, какую конкретно ему надо устанавливать раковину. Поэтому вопросы все к нему. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ру-ту. Полотенцесушитель, это вот туда. Угу. Закрутить, 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 завинтить. Ага, ага. Ага. Так. Так, так. Красота. Так, галогенная лампа. Эту я, кстати, люблю. Это хорошие лампочки. Так, подожди, ну почему ты? Где-то так, да? Ну, наверное. Потом, зеркало, два зеркала, должно быть купить несколько. Это первое вот у этой раковины, второе вот у этой раковины. Потом, два комода. Естественно, белых купить несколько. Куда бы их поставить? Один пусть вот тут стоит. Второй пусть вот тут стоит. Ну, это типа полотенцесушитель, и вот это все стоит вот рядышком. Подвесная полка. Беленькая, естественно, тоже. Подвесную полку можно над ванной одну установить. Вот тут где-то. И подвесную полку вот здесь можно установить. Ну, мусорка, естественно. Как без мусорки-то вообще ужас. Без мусорки жить нельзя спокойно. Давай ее вот сюда поставим, мусорку эту. А почему нет? Отлично, 1 100 000 мы заработали. 1 200 000, точнее, мы заработали. Да, 100% заказа. И на этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарии, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии. Правда, не знаю, как я буду это все дело умещать, но... постараемся. Увидимся с тобой в следующей серии, в следующих видео. И всем пока.